представляем систему для автоматического написания конспектов лекций. Lecture Assistant пишет по аудио или видео лекции структурированный конспект с разбиением текста на параграфы с соответствующими заголовками. В начале конспекта добавляет оглавление, выделяет ключевые термины и названия, находит определение терминов в лекции или в различных словарях и генерирует вопросы к лекции. Для начала работы в Lecture Assistant нужно загрузить аудио или видеофайл с лекцией. Затем нажимаем на кнопку «Создать конспект». Дальше происходит распознавание текста с делением на параграфы и выделение в лекции ключевых терминов и названий со ссылками на источник, в котором содержится определение данного термина. При нажатии на термин происходит скроллинг в то место конспекта, где упоминался данный термин. Мы можем посмотреть другие упоминания данного термина. В медиаплеере происходит перемотка по тайм-коду данного термина. Таким образом, мы можем еще раз пересмотреть или переслушать интересующий нас отрывок. Также мы можем сгенерировать вопросы к лекции и отобрать из них те, которые войдут в итоговый конспект. Мы можем скачать конспект в формате .docx или PDF. Данная система может быть адаптирована для выделения ключевой информации не только в лекциях, но и в любых аудио- и видеофайлах.